Вот это, давай сгущенку вчера съели. Я могу сейчас в Юнус заехать за вами туда и вас загрузить. Мы можем проехать сами, Эрик, я говорю, нам ехать от Юнуса до сюда, ну, 20 километров. Я могу сразу сказать, у меня багажник вот этих рогов нету. Ну и иномарка пойдем. Ну, я понимаю, я говорю, что нам проще на Эрика приехать. Загрузиться, разгрузить. Ну, тогда я могу тоже на велик приехать, с собой будет забежать. Походу. Мне это тоже не было. Ну, два варианта. Либо на машине приезжать сюда, парковаться. Вот, блин. Это не влом. Вот. А здесь, кстати, может быть платная стоянка. А, нет, платная стоянка там, по-моему, дальше. Я думаю, это бесплатная стоянка, тут никто не будет убирать машину. Если она пустая, причем. Причем я титульный сотрудник, поэтому меня загребанут, то... Смысла нет никакого. Вот здесь даже барбуску. Да лучше. Ну вот, ну что, машину никуда не смог. Тем более, если я их увижу, я им буду. Либо я их посажу. То, что мне это не влом, понимаете? Морду не дать себе. Вот я прям даже паркуюсь. Вот, ну что, давайте на моей машине едем. Смотрим, чтобы милиционеров не было в ближайшем. Чтобы мне кто-то не выяснил отношения с ними. Вот. Но это тоже не проблема. И все, приезжаем. Паркуемся и ночуем. Согласны? Сейчас, девчонки. Против правда, это молодые еще. Лучше около машины, конечно. Может, там творится что-то интересное. Не, мы там нашли наверху место классное. Ну там есть проезд? Да. Есть. Ну, вот такой, я не знаю, может ли ты подъехать. Ну, мы можем сейчас... Иномарка низкая посадка. Мы сейчас сможем... Честно, блин, мы туда сейчас верим, конечно, посадка попадать. Не низкая. Лада, если где проезжает. Но моя там не проезжает. Там АК стоит. Но АК это вездеход, как бы. АК, да, вездеход. Понимаешь? Против АКИ не попрешь, это точно. Мерседес, если там не проезжает, то моя не проедет. Вот такой у меня подъем. Если бы вчера, то можно было бы чувака поднапрячь, он поехал бы на... Видишь, блин, вчера мы вообще встряли в дождь конкретно. Здесь-то не было его. Он поехал бы на внедорожник, и мы бы поехали на... А сейчас я только на своей могу. Ни одного. Так что, два варианта. Либо на великах, я свои палатки загружаю в свой этот хрень, две палатки, если нужно. Или одну палатку трехместную. Либо две палатки, одноместную и трехместную. Спальник, ну, свой. Коврик. Ну, на машинке, да. На машинке. Что так пройдем? Людям пожырим что-то. Либо на машине нормально, как люди ездят. Они уже там вон играют в волейбол. Вот. Я на жрачку закупать, честно говоря, не поеду сейчас уже. Могу там гречку взять или что-то еще там. Все. Аня, нам приз доиграет, смотрите. Аня, могу да? Закупить на 230 рублей мясо. Между елок, там офигенное место. Там песок, гладко. Так, а мне просто не было. Песок не почувствовал. Не было тепла. Здесь
смотрите, это макияж. Сделаны зюбы. Мы можем пока поехать, забрать все свои вещи и приехать. А там машину тут оставим, да? Или там? А как хочешь. Все решим. Нет, давайте машину туда, в лагерь оставим. Ну, чтобы ее не свистнули. Все-таки я... Кто тебе ее свистнет? Ну, а чтобы я знаю кто. Знаешь, много народу. Вот куда хотите бросить, вот так вот. У меня не Жигули какая-то машина для марки. Все, разложились, уже сушится. Ну, одним словом, если там есть где-то заесть на марке, проехать и вокруг нее там палаточки расставить, то я готов сейчас. Нет, там на дороге есть, там машина много стоит, я не знаю, что она поедет. Ну все, давайте я за вами в Юнус заезжаю. Сейчас все в Юнус. Вы все в Юнус или не правильно? Да. Ну все. У меня, кроме меня, еще 4 места. Ну и смотри, что вы не тут не будете. Я тихонечко еду там через 40 лет. Если что, я объеду там. Да, погода, кстати, смотри, улучшается. Это нужно делать до 10 часов, чтобы там не было контроля трезвости, чтобы я там... Чтобы ты его продавал. Да, да, да. Самое интересное, да пропустим. Поэтому мне все равно с ментами. Просто потратим полчаса, пока там это... Их не пошлют нахуй. Ну что? Ну я серьезно. Извините. Ну паштет, я знаю. Что смотри. Что, колечко, да?
Я говорю, смотри, чтобы там подвешивать. Я не могу.